Завершилась подача документов на бюджет в вузы страны. 26 июля – последний день для зачисления на бюджетную форму обучения на сельскохозяйственные и силовые специальности. Важно сказать, что впервые Купаловский университет набирает девушек на военный факультет на специальность «Тыловое обеспечение войск продовольствием и вещевым имуществом». На 4 бюджетных места 7 человек, что говорит о востребованности среди абитуриенток. Кроме того, на военную специальность для парней тоже спрос высокий. На 20 мест подано 30 заявлений. Всего в Купаловском вузе 1129 бюджетных мест. 2455 заявлений было подано. Средний конкурс по всем специальностям составил более 2 человек на место. Свыше 400 абитуриентов в общей сложности имеют 300 и больше баллов. 25 человек окончили учебное заведение с отличием и могут воспользоваться правом быть зачисленными в университет без вступительных испытаний. Речь о педагогических специальностях. В целом, самыми популярными стали факультеты искусства и дизайна, истории коммуникации и туризма, юридические. Новые специальности – веб-журналистика и биохимия – также оказались востребованными. Кроме того, в приемной комиссии отметили, что немало абитуриентов из Минска, Минской и Брестской областей. В этом году мы на бюджетную форму обучения по грантам Министерства образования принимаем 5 иностранных граждан. Это 3 гражданина Китайской Народной Республики на специальность международное право и 2 граждан Венесуэлы на специальность мировая экономика. Что касается заочной формы получения образования, то здесь наибольшей популярностью пользовались специальности изобразительное искусство, специальности факультета экономики и управления, информационной системы и технологии в экономике, специальности производства продукции, организации общественного питания. Вместе с тем начались внутренние вступительные испытания. В Купаловском проходят по 10 специальностям дневной формы, по 1 заочной и по 16 заочной, дистанционной и сокращенной формы образования. Они проходят в письменной и устной форме. Таким образом, зачисление на бюджет завершится 4 августа. Абитуриенты, которые поступают на платную основу, смогут подать документы до 8 августа.